Настраивайтесь на волну победы. Первый городской дачник завтра расцветет в телеэфире. Финал все ближе. Участников конкурса стало еще больше. Чтобы выиграть главный приз месяца – бассейн, они придумывают оригинальное видео и проявляют мастерство своего вокала. Сорняки не по понятиям живут. Вчера исчезнуть обещали, а сегодня тут как было, так играть. Хватит, прощай, мой дорогой, вы захватили мою грядку, а это разбой. Видеоэкскурсии все больше наполняются массовыми сценами, в съемках участвуют целыми семьями, а дети, как настоящие блогеры, виртуозно показывают, что выросло на грядках. Впрочем, не обязательно ограничиваться только урожаем, снимать можно и элементы декора, ландшафтного дизайна. Если вы сделали что-то своими руками и хотите поделиться этим со зрителями, присылайте свои работы. Вот последняя картина этого лета. Курица с цыплятами. Пробки собирают всем поселкам и отдают маме. Жюри проекта и телеведущая Ольга Бакина ждут ролики о ваших дачных участках. Присылайте их в сообщение нашей группы ВКонтакте «Новости Кирова». Ссылку вы видите на экране. Необходимо лишь горизонтально заснять на телефон свой рассказ или небольшой сюжет о том, что необычного есть на вашем приусадебном участке. В конце июля экспертное жюри выберет победителя.